Добрый вечер. Если кто-то уже есть. Или даже те, кого нет, все равно добрый вечер. Продолжаем играть в Dead Space 3. Я тут немножко подумал. Нужно как-то восстановить то, что у меня было до того, как пришел этот получитерный чел ко мне. Потому что очень-очень жестко. Чувак разъебывает прям вот по-черному. Я думаю вот выкинуть какую-то часть аптечек, которая у меня была. Поехали. Естественно, ни о каких сейвах, речи не идет. А, что? Какого хуя мы нагрили? Поясните. Я не летел сюда вчера с тем чуваком. Огромная футболка. Почему я снова здесь? Так, нет, мне не до вас, ребят. Давайте до Терра Нову сейчас. Полетели, и я сейчас к вам вернусь. Прозвище «Корабль любви». Я надеюсь, все предметы, которые я брал с тем чуваком, они все остались. Это, кстати, первого бота дадут.
Привет, Акалик. Акалик, ты не можешь сказать, есть выбор качества на стриме? О, тяжелые. А, стандартные. Еб твою. Хорошо. Значит, буду пока в ближайшие несколько лет стримить 720p. Ожидаемые задержки. Так, гардероб. Улучшить X. Так. Давайте еще улучшим броню. Так. Удачи. Снежок это третий, если что. Warning. Power reserves are on standby. Cargo functions are offline. Так, это местный мостик. Так. Артефакт. Читаем. Офицерский журнал КМД Валерий Диец. Сегодня мы задействовали корабль CMC Кразье, чтобы воспользоваться просветом в завесе облаков. Во время первого облета экипаж зафиксировал необычное горное образование в самом центре изрезанного кратера. Лейтенанту Меткальфу удалось сделать несколько снимков группы покрытых снегом обелисков у самой вершины. Они расположены хаотично, что характерно для рельефа планеты с суровыми климатическими условиями. Однако объекты имеют практически идентичные формы и размеры, словно два переплетенных усика. Во время полета у капитана-лейтенанта Басби начались головные боли и ухудшилось зрение, поэтому его пришлось отстранить от полетов для проведения медицинского обследования. All hands stand by for deceleration. Okay, Edwards, on your mark. Roger that, Val. You will address me as Commander while we are on the bridge. You got it, darling. Retro thrusters engaged. Woo! Easy now. The love boat has arrived. I'd like to thank y'all for flying the Terra Nova. Welcome to the ass end of the universe. Okay, everyone, time to shake the lead app. Sikowski, hail Admiral Graves. Kettle, report the cradle locked. This is your show now. Let's deploy the ships. Recording off. Так, думаю, вы смогли что-нибудь прочитать? Что-то плюс один темп стрельбы. Ага, ага. Так. Что, что 188? Что ты имеешь в виду? Еще текстовое сообщение. Так, начало сообщения КСС ЗРК, Терра Нова, КЛТС Сэм Кэтли. Адмирал Грейв запросил о перевозку образцов с планеты ЦМСС Кразей и ЦМС Франклин. Уже в пути. Какого черта происходит? Мы всего лишь корабль снабжения, не зоопарк. КПТ Валерий Диец, перевозка. Подтверждаю. Прости, Сэм, но у меня связаны руки. Давай просто убедимся, что груз надежно спрятан на складе. Даже дважды проведи его через все карантинные процедуры. Конец сообщения. Ой, блядь, сейчас тут пиздец будет, я помню. Когда до вагонетки доберемся. Ох, ё-моё. А, левел. Looks like our shuttle's in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Yeah, sure. We'll make this work. На всякий случай. Чё-то некроморфов нету.
Мне бы до станка. Так. Что это за место? Охренеть, я не верю, что в 2200-300 каком-то там году, или в 100 каком-то, еще играли в пейнтбол настольный. Это бред какой-то. Угу. Ой, бля! А, нет, стоп. Пока рано. Рано психовать. А почему я наэлектризованный? Гидравлическое оружие. Хер его знает, что это такое. Можно будет попробовать поприсоединить. Да ёб твою мать, давай, 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 давай. Где ёбаный верстак? Станок. Угу. Вот он, наш любимец. Первый, по крайней мере. Scavenger bot. This will come in handy. Кушай, кушай. Так. И вообще, по-хорошему, не играя я на стриме, я бы одного этого единственного бота бы подождал бы все то время, что он добывает, и собрал бы со всех точек ресурсы. Вот этих вот, которые пиликают. Пух-бух, пух-бух, пух-бух. Так. Вот там. Грёбаные собачки начинают меня бесить.
Но я буду играть намного медленнее. А еще в игре на какой-то лет появилось огромное количество лестниц. Просто гигантское. Ладно, добивай. Я чуть-чуть пожадничал. Теперь нормально. С учетом того, как быстро я убиваю тут мобов, я думаю, я успею еще. Надо пытаться отстрелить эту штуку. И вот интересно. Привет, Тегас. А что она будет делать, если я ей отстрелил эту херню? Просто что, мне интересно. А, просто головой. Здрасте. Привет, бонжур. Что-то прям все своевременно. У меня кончилось место. Жаль, что аптеки продавать особо смысла не имеет, потому что за них только Соломон Гиль дают. Ебать, я меткий. Сам в ахуе. И мне продолжают давать аптечки. А ему похуй. Аж хватит уже этими аптечками меня кормить. Где ёбаный верстак? Заебали. Вот он, слава. Слава, господи. Вот как нынче делаются некроморфы. Откуда они топоры берут?
Сейчас я еще схожу за теми аптечками. Так, что там по ботам, мне еще интересно. Стандартная станция, темп стрельбы, темп перезарядки, ёб твою мать. Бога душу, так. Обойма, перезарядка. Перезарядка плюс темп стрельбы. Давайте сюда вот засунем перезарядку. И темп стрельбы. А сюда просто тогда перезарядку. Так. Интересно, сколько будет стоить создать новую станицу? Так. Тяжелая элитная станица. 80 вольфрама. Ёбаный рот. Так, сейф. Во-первых, убираем нахуй вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это. Вот это продать. У меня почти кончились патроны. Создать предмет. Я помню, когда последний раз проходил, я создавал обоймы за металлолом. Металлолом, он достаточно часто ресурс дешевый. Так, нажмите Tab, чтобы почитать. Начало сообщения. КССЗКССБТРАНОВА. МЛТТТ Чарльз Сыковский. Поляк, что ли? Сэм, ты должен это видеть. Снимок от Тима Койфмана с поверхности планеты. Это то, о чем я подумал. Капитан-лейтенант Сэм Кэттл, ты совсем умом тронулся? Да, капитан, тебе голову открутит, если узнать, что ты разглядываешь конфиденциальную информацию вроде этой. Мол, тут Чарльз Сыковский, как, по-твоему, из-за этого нас всех сюда притащили? Капитан-лейтенант Сэм Кэттл. Угу. Да. Привет, Шарп. Какой-то весь... Сегодня я, кстати, себя хорошо еще чувствую, как раз-таки. Ничего не болит, а предшествие, то донесу свой нос, меньше знаешь, крепче спишь, поверь на слово. Конец сообщения. Так, у меня окно открыто. Так. Давайте я притащу сюда обе этих аптечки. Вы, ребят, вы мне, короче, пишите, если будет зашкаливать за 100. Мне просто интересно, в какие моменты это будет происходить. Будет ли мне настолько страшно в этой игре? Так. Что он там еще ковыряет? Бот. Бота нету. Больше. Может, он уже приехал? Они 10 минут ковыряют, я точно помню. И каких ускорителей ботов я не покупал. Да. Да что ж такое, гребаный... Нос. Не-не-не. Так, вольфрамовый торсионный вал. А, один уже есть. Так. Сейчас пока тратить не будем. Так. Убираем. Чё бы смастерить? Измерять тест, метрический зонд. Что это такое? Бронздротик. Плазморез. А, ну у меня такой стоит. Гидравлическое оружие. Превращает инструмент в бензопилу. Превращает инструмент в карающий молот. Мне нравится вариант про бензопилу. Но я пока... Оставлюсь... Ой, блядь. С излучателем... Ой, блядь, да нет. С плазморезом? Классическим. Какие вообще есть вариаторы? Компрессор. Так. Нет, нет. Назад. Подзарядка, принт. А! 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 Электрический. Все, все.
Еще объем обоим для вас и напарника. Ой, как хорошо. Так. Какие есть насадки? Лишний патрон, стоит задержка. За батареи также заряжает и увеличивает радиус действия стайса. Автоматический подбор лежащих рядом и зарядка. Стазисная оболочка окружает снаряд небольшим снарядом стазиса. При работе со взрывчаткой. Есть вот самое топовое это... так, я увидел сразу про отвлекающий фархеттер. Ну давайте прочитаем. Кстати, норм тема с пульсом. Можно проверить разные штуки на стриме. Социальный эксперимент, так сказать. Например, можно посмотреть, как стример реагирует на отвлекающий фархеттер и другие пасты в чате. Жаль, я это прочитал до. А, ладно, не важно. Ага. Это на самом деле для VR. Там за 150 будет скакать. Так, создать нас. Понятно. Значит, у меня сейчас, короче, самая лучшая насадка, которая дополнительно электризует боеприпас. Так. Блин. Неплохо. Не, коллег, как бы ты должен знать, что во второй части прочность оружия, оно, ну, как бы реально влияет на геймплей. Это тебе не трешка, где по полубесконечная прочность оружия, и вообще не понятно, зачем там ее вводили. Но они как бы сами по себе очень мягкое такое... Сами по себе. Очень непрочное оружие. Эти катаны. Кстати, я недавно, короче, читал такую тему. Какой-то долбоеб, откровенный долбоеб, писал такую тему. Типа, 10 вещей, от которых нужно отказаться в новом десятилетии в играх. Я не помню, что он там писал, но я помню, что там где-то вторым или третьим пунктом, дальше я даже не стал читать, было написано, что нужно в играх избавиться от прочности оружия. Типа, это очень херовая механика. Я вот... Мне кажется, что этот человек, он реально играл во что-то типа... я не знаю, вот... Нет, не спикабу. Нет, это дно под названием Яндекс.Дзен. О, блядь. Я такой, прочность оружия. Чувак, ты ебанько, блядь. Я понимаю, что... Я понимаю, типа, когда есть какая-то действительно идиотская механика, которая никак не связана, допустим, с реальностью. Но, блядь, как бы в реальности оружие ломается, и убирать механику из реальности? Ты что, дебил? Ты что, ебанутый? Я, слава богу, чувак не знает, что в реальности еще оружие может, например, не ломаться, а просто тупиться. Ты что, дурак, блядь? Вот однозначно. В отвлекающем форхедере, да? А, да, кстати, пока я тут пиздел, бот вернулся. Какие-то карточки. Знаете что, отдавайте, я себе соберу блок. Так, стрелковое оружие. Сколько он стоит-то? 0 вольфрама, полупроводники и метал. А, нет, стойте. Создать предмет. Вот. Вот теперь давайте. Нижний блок. Создать стрелковое оружие. Да. Теперь я могу, тыкая на пробел, стрелять с двух спаренных пулеметов. Но я не буду так делать, я поставлю дробовик. Опа, вот оно. Вот оно оружие. Это мое первое основное оружие. Первое, так. Ну, их всего, в принципе, два. Это, то есть, будет основным. И
Давайте соберем еще одно. Плазморез. Метрический зонд. Блок для высоковольтной сварки. Ионизирую. Вот, мне просто, знаете, мне... Нет, не то, не то, не то, не то, не то. Снятие. Излучатель Тесла. Блин, а где эта хрень, которая... Да нет. Которая превращает оружие... О, господи. Тороидная дифрактор. Господи. Ладно, пусть будет пока. Да, кстати, ребят, кто еще не проголосовал, пожалуйста, в Дискорде голосуйте. Пегас, я знаю, ты еще не проголосовал. Я знаю, что все варианты говно, но выбери, пожалуйста, что-нибудь. Я в нормальные игры уже давно не играл. Так. Так, ну это типа этого. Ну, а коллег, да, твой голос видно. Какими решками? Что за решки? Может, ты имел в виду орешками? А. Я думал, решки, типа орел решка. Думаю, чего? Я... Да, и орехалками. Так, так, ну... Мне бы в идеале сейчас запустить куда-нибудь бота. Где-нибудь наружу, но ладно. Не буду вас мучить этим. Так, что у меня по патронам вообще? Ну, ладно, думаю, нормально. Торсессионник у меня есть. А, да, кстати, раз уж пошла такая пьянка, загружу какую-нибудь бесполезную хуйню в это второе оружие. Что здесь можно... А, стоп! Не-не-не-не-не-не-не. Блять. Нахуй. Я не знаю. Как убрать? Убрать. Какого хрена у меня здесь? Давайте вставим... Раз перезарядку. И два перезарядку. Да нормальный интерфейс. Ну, как бы, я привык. Быстро достаточно. Five shots, five kills. No one to the skills. А, no luck, just skills. Вот, вспомнил. Пути-пути. Ну, я пошел. Пока, Таратушка. Привет, Рататушка. Так. Вы во что играете, сука, ёбаная падла? Блять, что-то мне кажется, я умираю. У меня пульс 72, 73, 74.
Вчера, обратите внимание, 100, 110, 115. Неплохая такая разница в 40 этих BPM за день. Ой. Поминки, поминки, такие вечеринки. Ага. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Плюс одна перезарядка, плюс один урон. Ебой! А, тут зарядка Стайса есть, еба! Ты, Банжур, ты просто не смотрел фильм «Горько 2». Вот там поминки, вечеринки. Ой, как сочетаются. Так. Урон. Перезарядка. Здесь просто урон. Все урон, все арт-стайла. Я поправил на всякий случай эту штуку, вдруг она не работает у меня. Ой, блядь. Вдруг она у меня правильно не работает. Да-да-да, задел микрофон за 200 гривен, сразу плюс 7 к пульсу, да. Блять, 70? Не, ну сейчас у меня нормальный человеческий пульс, очень даже человеческий. Так. Я не прям, чтоб сильно спать хотел или что-то такое, я нормально себя чувствую. Блять. Раз, два. О, наш любимец. Я, пожалуй, уйду отсюда нахуй. Он научился каких-то мелких пасхудят выпускать. И еще одна. Да-да-да. О, коробка запчастей. Бля, ребят, вы знаете, я просто знаю эту игру, мне лучше сразу пойти и открыть эту коробку. Блять, знаете, я еще что думаю? Нахуй, блять, вот прям вот, знаете, вот прям тут вот бота запущу, потому что... Через 10 минут он сам вернется куда надо. Не понимаю, что я ресурсов здесь особо не заработаю, но да хрен с ним. Просто чтобы вот он у меня без дела лежит. Уже бы успел второй раз вернуться. Итак. Найдено плюс один урон. Да сколько можно этого урона? Давайте сюда. Все в урон, все в арт-стайл. Так.
Нет, это рейли пульс, поверь мне. Сейчас смотри. Да. Я вот банально вот сейчас по... Вот я сейчас сходил, открыл окно, попрыгал чуть-чуть перед компом, и вот уже 90. Но это реально мой пульс. Вот я сейчас встал, открыл окно, попрыгал, вот я уже слышу, как у меня сердце стучит. Так. Да не в голове, в груди. У меня, вот когда у меня вчера я хотел лечь спать после стрима со пульсом 110, я слышу, как у меня, блядь, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я такой, бля, сука. Не, ну, Шарп, я на самом деле не ржал над этой ситуацией, потому что у человека пролапс какого-то там клапана сердечного. Как бы это, может, все... Там рафлан-поминки могут быть реальными. Респект таким парням, даже с пролапсом сердечного клапана. Они хуярят минус 3 в КСе, блядь. На глобе. Поджор без обиды, это просто... Сообщение. Hey, Commander. You there? If you're gonna ask about the cryo boxes, forget it. Cryo boxes? These are coffins, Deets. They're freezing soldiers on the planet and stowing them in our cargo hold. What's the story? You know I can't talk about it. Valerie, come on. You owe me, remember? Look, I don't know much more than you do. It's the deep dig teams. They send them into that godforsaken hole and... Well, when they come back, there's... There's something wrong. Look, I've got Mahad breathing down my neck. Fine. But this isn't going to end well. Mark my words. Так. О, блять! И сколько-то. Давайте посмотрим, сколько там времени он будет идти обратно, этот товарищ. А. Блять, как. Напомните. А! Стоп! Я пиздобол, подождите. Мне не нужно сюда даже заходить. Это в табе отображается, сколько еще ехать этому боту. 4,5 минуты. Ну вот как раз 4,5 минуты сейчас и будем решать загадку, но чуть быстрее, конечно. Okay. I see the problem now.
Здесь, кстати, самые ебанутые регенераторы, которые только были в серии. Даже не самые регенераторы, а то, сколько их здесь будет. Сжатая импульсная волна. Так, текстовое сообщение. Да нет, там ускоритель бота, там 149 рублей, там не 5 баксов. Там ускоритель бота и прочая срань, но игра настолько легкая в этом плане, что, ну, можно реально, даже не имея все это дерьмо, просто там, условно, там у тебя 4 бота съесть, ты просто их пускаешь всех в одну точку и стоишь, ждешь 10 минут, там кофе пьешь. Так, личный дневник, лейтенант Кэттл, колонии охвачены войной, а мы пригоняем в эту дыру весь флот ради каких-то камней, какого черта мы тут ищем секретное оружие? Каждый день они приводят исполняться странные грузы, артефакты, биологические материалы, мертвых солдат, мне надоело работать в темную, самое время говорить кое-что с Диец. О, сейчас будем в Тетрис играть. Так. Ой. Так. Ага. Я про других ботов. Все ж нормально. А, окей. Вон, кстати, там этот регенератор. Последним грузом. Да, еб. Да! Угу. Давайте сделаем так, чтобы у него голова закружилась, и он умер сам по себе. Так, это он или нет? Нет, это еще не он. Или у меня глюк, или у меня кончились патроны. Даже не знаю, что хуже. Так. Блять, как мне вот нравится вот это вот исчезновение трупов через... Так, что там по боту? 30 секунд, давайте потерпим, ребят, 30 секунд. Так. Что? А, это штука. Было же 4, урода, где еще 2? Три, две, одна. Ай-я-я, 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 ай-я-я
Shinobumi. Ayaya. 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 Yoko. Shinobumi. Ayaya. 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 Yoko. Shinobumi. Ayaya. Ayaya. Tomasio. Ayaya. Ayaya. Я промолчу. Но мне надо как-то, блять, закупаться обоймами. Иначе все. Жопа член. Полный. Так. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Похоже, у кого-то нет денег. Так. Кажется, мы приземлились. Так. Транспортная служба. Ребята, вы что, зверевший, что ли? Dr. Edwards, can you come to Cradle Ops, please? I need your help with the incoming cryo boxes. Hey, Tuck? You there? Aw, screw off, Sam. My job was flying your asses over here, not wiping them once we arrived. You're a lazy prick, Tucker. You know that, right? I come from a long line of lazy pricks, Sam. Get Sikowski to help you with your little monster farm. That brown noser will do anything to impress the commander. This mission is a group effort, Tucker. And one of these days, you're gonna have to take one for the team. One of these days, Sam. But not today. Так. Я всех забираю с собой. Так. Hey, guys. If you're running low on ammo, don't forget your kinesis module. Here, I found this recording when I was stuck on Titan Station. О, нам сейчас покажут тот самый видосик из второй части. Okay. Давайте посмотрим. Listen up. You can use kinesis to pull blades off dead ones and shoot it back at them. Watch. Watch. Stayed like 3 hours using this trick. You see? Just shoot it back at them. Зря он, кстати, тратит их просто так. Он там потом еще сказал, что его тут немножко задело. Да. Слава богу, хоть не по 20 минут. От чего он умер? О, артефакт. Так. Офицерский журнал МДК... А, командор Валерий Дец. Корабль CMC Крозье доставил с поверхности планеты вторую партию артефактов. Я запросил адмирала Грейвс протокол надлежащей обработки и буксировки, но она только отмахнулась. До поступления дальнейших распоряжений я приказал переместить их на хранение в грузовой отсек Терранова к остальным артефактам. Так. Нет, реально, от чего он умер? Что это вообще такое? Так. Да вы задрали! Уроды больные! А еще аптечки, еще аптечки, еще аптечки! Ну ладно. А еще сейчас будет... Пацаны, сейчас будет раш по центру. Рашби. Вот он. Чё он раньше так не сделал? Oh,
Shit! This one's regenerating! How are you going to kill it? I'm not! А я нет. Написал его. Вообще похуй! Устал! Поднимался по лестнице, умер от разрыва сердца. Ран, Форест, ран. Чё такое? Чё за новые модификаторы? О, может создавать цепь? Блять, нужно еще ждать. Так, ладно. Не, ебака. Не идет. Здесь она не идет. Здесь она вежливо ждет. Аптечек просто ебать. Уйди от меня. Теперь просто бегаем, бегаем! Просто бегаем! Ебать, у меня охуительно стазис работает. Просто бегаем, блять, зарядка стазиса, сука! Это высший уровень сложности, поверь. Учтите, ребят, он здесь будет не один такой. Почти. Давай. Валера. Приехал. Давай. Блять. Блять!
Они, кстати, достаточно медленно ходят. Я тут обратил внимание. Ой! Так, зарядка, кстати, есть. Хватит отстать от меня! Я ж в него попал! Сука! Я ж попал! Что-то как-то изи. На опыте, на опыте взял, понимаете, на опыте. Ух, нихуя себе, у меня пульс. The aft station's where the shuttle is parked. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools. Банк открыл сразу пульс плюс 5. Out from storage there by a Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. Now arriving. Conning Tower. В самом деле, большую часть того, что у меня есть, мне подарил тот парень с кучей читерного оружия. Ебать, я сейчас умру, нахуй, сейчас пульс до нуля опустится. Напомните мне, пожалуйста, какой-то вообще нормальный пульс? 80, да? Так, мне вообще на самом деле сюда не надо. Здесь нужна карточка. Для доступа. А, то есть 90 это еще нормальный пульс. А, окей. Мне просто иногда говорят, о, у вас 90, ой, у тебя так много. Я думаю, 90 вроде не особо много. Так. Ключ боевой рубки. I'm sorry, Tucker. But you heard Mahad's announcement. We're facing a scenario 5 situation. Scenario 5? What the hell does that even mean? It means you have to die. We all do. If we don't, he'll just send someone over to do it for us. Come on, Valerie. Just put that down. I'm sorry. They don't have to know. I'm so sorry. Not as sorry as I am, Commander. And if any one of them jacked up jarheads tries to come for me, they'll be sorry too. Корабли в море лавировали, лавировали, да не вы лавировали. Yes! Так. Ключ. Ключ боевой рубки. Так. Конический рассеиватель.
Ну, все дубликаты, в принципе, я думаю, можно будет... Да, кстати, я, пожалуй, просто выкину вот этого товарища. Да, я уж третий. Привет, юная овощебаза. Так, давайте разберем весь мусор. Так, у меня есть какие-нибудь дубликаты? Так. Плазморез. Три плазмореза. Так. Ой, ебать, 250 металл... Ёб твою мать. Нихуя себе. Так, стандартный вариатор. Так. Лишний патрон. О! А чё я лишний патрон-то не поставил? Для увеличения объема обоймы. Чё я как лох? Так. Так. Нет, 250 металлома для самого начала игры это нормально. У меня что-то в районе 1500 всего. То есть я сейчас все на 5х... Да, я соло, потому что пришел черт, который просто всех разъебал. Просто всех разъебал. Мне аж страшно стало. От того, как он разъебывал. Так. Слышите, там бот ездит. Ездюхает там где-то. Так. Так. Давайте до 1500. Еще по аптечкам. Вот так нормально. Все, пойдемте в эту боевую рубку. Я в нее, в принципе, всегда хожу сразу. Ты кто такой, сука? А ты кто такой? Так. Что, пульс? С пульсом все нормально. Ой, ща меня ебать будут. Вы что, дебилы? Вы что, ебанутые? Лютик, блять. Your day is about to get a whole lot worse. Ага. Ну я сейчас обсудя. Ой! Стреляли. Так. Ой, я помню, блять, эту боевую рубку ебаную. О, причем, по-моему, да, веселье начинается прямо здесь, прямо сразу. Да, это Теранова, это боевая рубка. Так. Сейчас нужно будет очень морально так подготовиться хорошо. Есть у меня боевая точка. Вот здесь вот. Вот этот угол. Надо притащить сюда все, что плохо лежит. Так.
Конечно, все будет зависеть от того, как хорошо я буду стрелять. Ой! Спроси у Юны, она, наверное, знает. Так. Юная вообще база, очень плохо так о своей бабушке говорить, очень плохо. Так. По-моему, это все. Ну? Gotcha. Now it's time for a little fun. Computer, arm explosives. And detonate. Warning. Contamination detected. Quarantine lockdown activated. Are you all right, guys? No, not really. I'm locked in. Well, there must be an override on one of the walls. Okay. I'll look for it as soon as I'm not being stepped on. О, идеально. Computer, arm explosives. Так. Поехали. Warning. Contamination detected. Quarantine lockdown activated. I'm reading a quarantine lockdown. Are you all right, Isaac? No, not really. I'm locked in. Well, there must be an override on one of the walls. Okay. I look for it as soon as I'm not being stabbed in the face. Warning. Contamination detected. Quarantine lockdown activated. Он сейчас просто не почувствовал моего выстрела. Ай-яй-яй! Как же он ебошит. А, по-моему, все. Это, кстати, самое сложное место в рубке. All right.
accepted. Quarantine lifted. Ага. Please report this event to your superior officer. Так, пожалуйста, да хватит меня пугать. Говорю, хватит меня пугать. Сейчас запустим бота в нужном месте. Что-то там прибавлялось. Опа. Fuck you. Бдит. Доброе утро! Чего? Кинезис, кстати, послабее стал в этой части. Запускаем. Кушай. Хороший мой, кушай. Так. Что? Buckle. Edwards has rigged some kind of electrical trap. Looks like a homemade job with a short-range transmitter. Short-range, huh? Well, the control box must be nearby. If you can find it, I can shoot it. That's it. Got it. Так. Мне нравится, как они, блядь, в анимации не чувствуют, блядь, то, что я по ним херачу. Просто пихуй. Хуйня
охуевший совсем. Дай. Ты выбили переходничок? Да из-за это пиздец. Ян, ты знаешь, вот если взять такой мощный моток изоленты, он, ну, он не очень твердый, но он достаточно такой, ну, не прям, чтобы очень легкий. Вот если его херахнуть со скоростью 200 метров в секунду тебе в лобешник, он, конечно, сам разлетелся на мелкие кусочки, но и твои черепушки тоже будет очень бобо. Ну, не обязательно тебе, можно, например. Можно, например, вот кому? В кого бы кинуть, а? В кого бы кинуть? Так, кто у меня там? Вообще база-то еще здесь? Че это он? Заснул, наверное. Надо вот в него кинуть. Опа, что это? Опа, что, перезарядка плюс обойма. Ага. Будем знать. Так. Ребят, не надо вообще базу хейтить. Вдруг хороший парень. А он что, больше ничего не написал после того, как вы... Ой, нехорошие вы люди. Ой, нехорошие. Так. Так. Да вы заебали! Все, да ладно, добивай. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда. Да я обосрался. Я тебя сам по всем трахну, ублюдок, анонист чертов будет. Ну, ебать, вот это отскок. Трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно, жопа. Твою мать, это что сейчас было? Это сейчас Айзек так потопал? Мега агрессивная вообще база. Здорово. Мега агрессивная вообще база. Ты не против, если в тебя моток изоленты красный полетит со скоростью 200 метров в секунду? Что вы пишете?
Так, ладно, я потерял нить вашего диалога. Вроде ничего плохого вы не пишете. Так. Да я вообще не сплю. Уже сутки не сплю. Может, из 80 все-таки. Приятные бонусы здесь за 80к. Смотрите, главное успеть во всех кинуть. Давай! Харкнул на эту штуку. Так. Всех размотал нахуй. Просто всех и каждого. From environmental control when it triggered. That must be where he's drawing power. Environmental isn't far from where you are, Isaac. Here, I'll send you the coordinates. Ребят, вы меня пугаете. Так, кстати, чё по боту? 4 минуты. Ёб твою мать! Ладно, на обратном пути, значит. Блять, и здесь еще одна зона для... Я тоже осуждаю. Я не знаю, что вы осуждаете, но я тоже осуждаю. Что я же не понимаю, о чем вы говорите. Просто на всякий случай. Мало ли. Так. Опа. Опа, торсионик. Ну, что там? А там у нас цепь модернизации, плюс одна перезарядка, плюс одна темп стрельбы. Заебись. Полезно, я ебал. Так. Модуль поворотника, ё-моё.
И я, блядь, тоже нахуй осуждаю, блядь, начали какой-то поебнёй заниматься, сука, блядь. Фу, сука, нахуй, блядь. О, блядь. О, блядь, осуждаю. Всех нахуй, каждого. Так. А, 52 секунды, да ёп, ладно. Потом сюда привезу. Так. Берись! Может пригодиться. Чтоб туда кинуть. Как интересно, на него электричество влияет. Бот ждет на станке. Давайте, да. Похуй, блядь. Побежали. Неплохо. Дайте, что там бот принес нам? Какие сладости? Так, во-первых, давайте торсионик сделаем. Даже два. Так, и обойму. Так как вроде торсионики просто так не валяются. Ок. А ось на обратном пути он уже закончит. Ладно, оставлю здесь пока что. Неизвестно, что потом будет. Так. Ой-ой-ой. А, не-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 не. Я помню это место, я помню его. Нужно все вниз скидывать. Все, что есть. Здесь есть одна сейф-зона, так сказать. Главное, чтобы ничего не взорвалось. А, артефакт КСС. Так, офицерский журнал КМД Валерий Диец. Валерий, ой. Бушующий на планете буря требует от команды непрерывной работы для обеспечения
хуй ваш, осуждаю, ебал я его. Я согласен вообще, задолбали эти осуждатели, просто невозможно. Сидишь и, блять, вообще просто всех осуждают, все, вот ты уже сидишь вот так вот, не знаешь, куда тебе деться. Справа осуждают, слева осуждают, невозможно просто, спасибо за 20 рублей 20 копеек. Команда непрерывной работы для обеспечения перелетов челнока между площадками для раскопки должен задействовать весь личный состав по первому сигналу. С момента погрузки первой партии артефакта на борту между членами экипажа начались трения. Некоторые были отправлены в лазарет с жалобами на головные боли и рассеянное внимание. Ситуация осложняется. Я подозреваю, что несмотря на запрещающий приказ... Запрещающий! Члены экипажа обсуждают наш груз с другим персоналом. Слухи... Да. Слухи лишь усугубляют ситуацию на моем корабле. Я не позволю ей выйти из-под контроля. Так. Да. Больше аптечек. Больше аптечек, бугу аптечек. Так. На-на-на-на-на-на-на-на. Очень база, душный чат, душный, понимаешь? Душат, душат просто своими осуждениями, душат. Look, you know I'm not screwing around. And I can't just let you waltz into environmental. I don't want to die. I'm sorry. Computer, arm explosives. Господи, помоги нам. Warning. Contamination detected. Quarantine lockdown activated. Мне кажется, ты неправильно эту команду написал. А мне это зачем бомбить? Ты кто такой, сука? Вот теперь правильно. Слышите, там кому-то плохо. Ребят, успокойтесь. Я просто понимаю, что в чате происходит. Я вообще не понимаю нихуя. Я вот как в трешке не понимаю, что происходит вообще по игре, так и в чате не понимаю, что мне происходит. Так. Кто там шароебится? Так, что-то.
detected. Quarantine lockdown activated. Ебать, как же я обосрался. Резать! Кто смотрел дотку, тот поймет. Че, все? Выдохлись? Так. Да, по-моему, и все. Это все? И это все, да. О, вот моя любимая загадка. Клаву я вижу. Так, сейчас меня на обратном пути поебут. Кстати, что там по боту? О, уже через минуту вернется. Текстовое сообщение, читаем. КСС, ЦМС Тирено. Мне снятся кошмары про диец. Чувствую, будто внутри все омертвело, но я все еще дышу. И только это сейчас важно. Верно приобрести цепи питания от генератора гравитационным панелем. Ловушка готова. Долго мне теперь ждать? Давай. Так. А что мне сделать надо? А. I never wanted to hurt anybody. You know? I just wanted to live. That's all I wanted. To live. I wanted to live. Yep, that did the trick. Gravity is reading normal again. What do you think is worse, Buckle? Dying along with everyone else or being the only one who survives? It's not the dying that scares me. It's not making a difference before I do. You should be able to make it to the top of the conning tower now, I think. If Edwards is around, that's where you'll find him. Не пугайте, я ж подумал, что у меня один пульс. Давайте, пацаны, одобряем. Одобряем. Так. Слава богу, хоть из рубки меня выпустили. Точнее, из той этой, блядь. Ну, я пошел. Пока, бонжур, спокойно. Опа. Ой, не. Так. Давайте, пацаны, одобряем.
Так, бот приехал. Отгрузка урановых ресурсов. Так. А вообще база крушить, да? КСС ЗСС Терра Нова. Личная запись лейтенант Эдвард. Младший лейтенант Чак Сиковский. Ненавидел кантри, побил меня. Мне никогда с ним не справиться. Капитан Валерий Дец. Слишком серьезная милая улыбка. И чему я с ним ничего не замутил? Жаль, что я убил ее. Капитан-лейтенант Сэм Кэттл. Помешанный на работе придурок лучший из нас. Жаль, мы так и не подружились. Ключ доступа к чему-то, я не понял. К чему именно? Так. Не пугайте меня. Там не может быть 180, я бы почувствовал, что у меня 180. Больше пипек в чат, ребят. Так. Congratulations. You found me. Kind of stupid, ain't it? I just wanted to live, and now that I'm the only one left, I couldn't give a shit. With all this time alone, I realize it's just like Sam said. I'm a lazy prick who never took one for the team. Well, team, you can hear me now. This one's for you. Так, пусть вот так вот посидит. Так, ебать у него тут банок, херанок. Странно, что нету пистолета, которым он себя застрелил. Так. Угу. Так, ну сейчас будет весело. Так. Нужно будет очень аккуратненько. Едем наверх. На обратном пути вроде будет тихо. Я подчеркну слово «вроде». Так. Блин, ребят, вы меня продолжаете пугать. Особенно агрессивная овощебаза. Так, коробка запчастей. Цепь модернизации. Коробка запчастей. Медпакет. Еще коробка запчастей. Господи. Еще цепь модернизации. О боже. Компьютер. Blow all remaining charges. Понеслась. Куда, блядь? А, я застрял вообще, блядь.
Ребят, больше пипек в чат. Под веселую музыку. Поехали отсюда. Блять, какой же у меня маленький хромакей, а? Надо, короче, срочно затариться новым хромаком. Так. Вообще база, я сейчас тебе могу реально мьют прописать минут на 10, ну хорош. Я тебя понял. Так. Так. Урон. Что такое? Что-то на урон. О, урон плюс перезарядка. Давайте сюда вот. Урон плюс перезарядка. Все, спасибо. Пробел надо ставить, пробел. Так. Бля, может открыть вольфрам? За вольфрам. Не-не-не, лучше элитную станицу сделать нормально. Так. Кстати говоря, кстати о птичках. Общий медик. Используй аптечку, заодно лечим напарника. Хуйня. Так. Что у нас здесь? И я с вами, пацаны. Тоже нахуй.
Так. Я с там с вами. Частично. Так. Это я сбегал в туалет, у меня такой пульс. Скорее на скорую жопу тогда уж. Точнее нет, зачем срать на скорую руку? Опа. Мне не нравится этот звук. Как будто там очень хорошо. Там, кстати, лут какой-то был. Если бы мы только знали, куда мы попали. Однозначно. Ты шо? Ты чё, уедешь, Однозначно. Выпутите меня отсюда, уроды больные. Еще гады будут. Да куда уж вам, ребят? Ты
Well, was it worth a look? Yeah, Tucker had a nice pile of salvage. Good. I'm headed to the aft section now to check out that shuttle. Hopefully it's not a piece of shit. О, какой-то лут. У меня нет такой команды. О, кстати, у меня закон... А, не, не закончилось. Даже не знаю. Мне бы каких-нибудь новых схемок было бы заебись. Ладно, давайте. В корму. Ой, тут сейчас такой пиздец тоже будет, я помню. Трешка по своей структуре славится тем, что здесь просто миллиард мобов на квадратный сантиметр, поэтому... Мне интересно, что... Ладно. Неважно. Опа! Где-то прям рядом. Запускаем, товарищи. Торсионный замок, заберитесь на храмовую. А, ну да, у меня же две штука. Стрелковое оружие. Блять, а я... Уже потратил одно. Ресурс на него. Ну ладно, он дешевый был. Пойма. Ну, я пошел. Пока, Таратушка. Здрасте. Привет, Таратушка. Ёшкин крот. А я лифт вызвал? Ой! Не говорите мне это число. Меня оно не волнует совершенно. Ну что ж, все по новой. Ладно. Давайте быстренько. Ладно, поехали. Хватит мне об этом писать. Я понял. Так. Вот сейчас здесь будет весело.
If I can build a remote relay, I can plant it on the hull. Здесь все будет гореть, взорваться, пыхать. Уехать и все остальное. Так. Так. Давайте соберем здесь все. Да это пиздец. Иди сюда. Иди сюда. Одни выстрелы. Блять, не успел подобрать, что там упало. О! У нас теперь есть кухолд. Или как эта штука правильно называется? Ребят, успокойтесь. Я не знаю, что такое куколд, не куколд. Как это правильно называется? В теории, к сожалению, это может сработать. Найден модуль чего-то там. Я надеюсь, мобы вообще ограничены в этой игре, потому что мне в какой-то момент иногда кажется... В какой-то момент иногда кажется, что мобы просто бесконечные на некоторых местах. Так. Так, ну, видимо. Это точно не оно. Я не думаю, что эта штука может дрочить на что-то. Хотя... Слава богу, не запустилась цепная реакция. Ну, давай, следующий. Следующий. Если на Ютубе есть эти звуки. Только и в этом случае я смогу. Так-то я всегда искать реально. Это нужно мне будет специально отключать звук, музыку в игре, оставлять только голос. И отдельно сидеть и записывать. Мне лень. Я помню, что ты мне что-то рассказывал. Я не помню, что именно ты мне рассказывал. А, ну значит, пусть будет куколд, ладно. Как удачно. Этот куколд не взорвался. Так. Куколд, скорее всего, от слова куколка. А эта штука как раз таки похожа на куколку. Так. Вот это.
Но это не куколка, поэтому пусть будет лучший куколд. Блять, что я несу? Пятница, 23:50. Я трезвый, несу какую-то ересь. Во-во, я об этом и говорю. Что-то здесь явно не так. Так. Чего, блядь? Не знаю. Ёбаный, что по голове? Ты наркоман, что ли, сука? Есть немножко. Одного кусочка точно недостаточно. Так, походу они кончились. Так, станок. Еще там, кстати, по боту. 2 минуты. Бот вернется за 2 минуты. Что это такое? О, стазисная поддержка. И у меня нет места. Заебись. Я тоже одобряю. Системный пульт. Стрелковое оружие. Так. Убрать, убрать, убрать. Убрать, убрать, убрать. Продать. Убрать. Кого я бэкстаплю? Ты что, с ума сошел? Он каждый раз будет пытаться собрать эту хрень. Стазис поддержка. Используем стазис. Херня, короче. Да, конечно, в эту игру, если играть вдвоем, то только с другом в Дискорде. Что иначе полная жопа будет. Зачем он пытается его собрать, я не понимаю. Так, ладно, мне нужно запчасти эти дебильные доставать. Одну взял. Берем с собой куколда. Да, что здесь за стенки? Так, еще кусочек. Так, патроны. Мобы, кстати, кончились, походу. И еще кусочек. Покемоны, собери их всех. Ах ты ж! Все, куколда больше не буду отпускать никуда. Пусть со мной ходит. Ну пиздец, минус аптека. На ровном месте. Что? Боги за свою жепь. Всегда. Так, походу. Походу все. О! А как ее обратно-то перетащить? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Держи! А, хорошо. Нормально. Притащили. Куколда. Естественно, умру я тоже от этого куколда, потому что он взорвется где-нибудь рядом со мной. Вот приехал. Так. Так.
А чё нам там было нужно? А. Я кого-то слышал. I'm gonna try and start her up. It's out of fuel. Wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, sending you the coordinates. Okay. I'll head up and refuel the shuttle. Многоосевая гондола отсека челноков. Господи. Ужас. Не, вот просто лень наливать, я из банок налил, а из бутылок не лью. Так. А как мне здесь куколду-то взять своего? Чё ты красный стал? Человек аж покраснел. Кошмар. Твой... Сука. Дашь куколду не взять? Ладно, давайте, отпускаем его. Ой, чё сейчас будет? Бум. Ой. Ой. Ай-яй-яй. Ах вы суки. Чтоб я... Черти драли. О, зарядка ставится. Так, а здесь нихера нету. Так. Ладно. Я помню, тут что-то веселое будет в этой корме. Ладно. Давайте наверх. Ой, блядь, что-то у меня аптечки прорядили. Стрельбы плюс один урон. Неплохо. Так. А! Ага.
Заебись. Ну, прогрели. Okay, tanks full. Try again. That's more like it. Okay, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine. Take cover. This could get hot. Так, если я правильно помню, нужно будет очень быстро сейчас бежать. Stupid bloody ancient technology. Oh God. Isaac. I think I just started the launch sequence, and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of that chamber before it bakes you to a crisp. Бегим, бегим, бегим. Ауч! Хрустящей корочкой. Ребята, что это вы не горите? А, горите. Давай, не! Давай, блядь! Initiating launch protocol. All hands, clear the launch chamber. All hands, clear the launch chamber. Кстати, урон плюс одна обойма. Ой, кто-то умер. Запускаем лифт. Где он там, блядь, едет? А, все. А, мне даже не сюда. Постараюсь. Так. Решил чекнуть путь. Чекнул, пацаны, проверять. Да, с самого начала этого места.
кусь. Чтоб горели. Вообще это типа двигатель стартует. Типа того. Блять, я уж подумал, он сейчас вообще. Да. Стартуем. Стартуй или плиздуй. Есть немножко. Да давай еще! Блять, сука, пидорас ебучий! Осуждаю. Ну бля, ну бывает. Да не, наверное, хорошо идем. Мне нравится, как он, блядь, стоит и ебется, блядь, в эту лестницу, прежде чем спуститься. Я все, блядь, кнопки жму, какие только знаю. Чтобы он нормально все делал. Я не знаю тогда, что жать, он, блядь, не хочет нормально двигаться.
Я понял, я не знаю, что это такое, блять, ёбаный его рот, потому что, блять, оно не горит, не горит, не горит. Естественно, я иду, и оно тут в этот момент горит. Он из меня хп выбил, где с него лут? Где с этого уёбка лут? Алло. Как я сейчас стазисом промазал? Объясните, пожалуйста. Ну сейчас меня, блять, этот бессмертный ёбнет. Я не стою в огне. Я не стоял в огне. Я не стоял в огне. Пидорасы разработчики, я не стоял в огне. Осуждаю тебя, пидорасы ебучего, блять. Разработчики, блять. Пидорасы ебаные, блять. Мудозвонище, ебаные. Осуждаю, блять. Осуждаю, блять, нахуй. 50 раз осуждаю. 50 миллионов раз осуждаю. А, он решил тупо постоять, ладно. Блять, я сейчас хотел опять выматериться, но он все-таки стал спускать. Он никогда не будет это делать сразу. То есть у него максимум, у него минимум дилей в 2 секунды где-то.
Systems nominal. System check complete. Ох, блядь. У, сука. Вы даже, блядь, не представляете, насколько я осторожен. Кажется, мне что-то прилетело прямо в ебало. Получено достижение. Критическая масса. Масса говна в лицо. Отстань от меня. Стоп, у меня что, нету? Блять, я что не взял? Не, такого быть не может. Ой. Ой. Вы этого не видели. А, кто это настрелил, кстати, так активно? Вижу. Ой. Вот эти опасные типы гражданской наружности. Раз. И два. А, они живы еще. Ебать, какие небольшие в этой части. Это что, огромные? А, еще один. Еще одно стрелковое оружие. И что-то там плюс один урона. Так. Естественно, бота я забыл взять. Ну ладно. Это не столь важно, потому что... Мне нужен к станку. Бота я заберу в любом случае. О! Лут. Неплохо, неплохо. Мне где-то в подсознании пиликают эти мины. К
Кстати, а я отсюда вот таким вот макаром могу дойти до боевой рубки или нет? Или да? Подождите. Ах ты ж, сьюкай ты ебучая, а? Паскуда, тварь. Ну, поетели. Там просто станок вот прям вот на входе. Вот, входишь, вот он станок тебе прям в ебало смотрит. Прям вот сразу на входе. Так. Странно, что этот шлюз не закрывается. Могли бы его закрывать, чтобы воздух здесь был. So, how's the shuttle look? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. Alright, Rosen, lock, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs... Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. Alright. Hey, Rosen, I'll meet you there. Whatever. Улучшить Хикс. Так. А давайте. Так. Качаем броню. Не туда, да? А, неважно, я сначала к станку иду в любом случае. Блять, что там за процессы ебаные идут? Они... О, мне можно попасть на какой-то второй уровень. Я не помню, какой уровень там был закрыт. Угу. Не, на самом деле это лифт ехал, но про винду тоже интересно. Интересный вариант. Так. Что это вообще? А, это мостик, да. Очень интересно. Блин, как же не хватает второго бота. Пипец. Мы едем. О, знакомый парень. Так, ладно, идем к станку. И что-то все некроморфы сразу куда-то делись, а? Удивительно. Знакомое место. Окей. Вот меня уже ждет, не дождется никак. Неплохо.
там такое новое? А ну-ка. Плюс один урон. Окей. Это мне больше нравится. Так. Интересно, а если я дальше поеду, я там смогу доехать куда надо? Продаем. Лишнее. Так. Ну, как-то так. Стоп, а что у меня по аптечке надо выложить? Лишнее. Ой, не то. Остальное пока нормально. Теперь давайте к задаче. Едем обратно. Кстати, вот эти вот фуникулеры, всякие вот эти вот штуки, их очень много по игре будет, то есть будет вагонетка на самой планете. Едем 20 лет. Я слышал какие-то страшные звуки. Так, а хватит ли у меня еще раз броню качнуть? А, полупроводников не хватит, сука. А, стоп, я идиот. А, нет, стоп, не идиот. Что это? Да давай же! Летный журнал капитан Уэйд Хоши. 30 вылетов за несколько дней. Корабль КМС Франклин крепко достается, но попробуй сбить этого старого ястреба, чего нельзя сказать о Кразье. Сказывается ощущение, что он проводит больше времени в ремонтном ангаре, чем в полете. Здесь некогда глаза сомкнуть, поэтому я даю экипажу поспать во время полета. Вчера, когда все спали, я вел Франклина через слой облаков. Приемник зафиксировал странную радиограмму, что было очень слабым сигналом, но, клянусь, сквозь помехи услышал, как кто-то звал меня по имени. Самое невероятное, что это было очень похоже на голос моей жены, которая умерла 2 года назад.
USG дурка, пацаны. Запускаем. Летим снова к доку. О! Опа, чирик. Ну, в принципе, на этом космическая часть прохождения закончена. По большей части, по сути. Ой. Фу ты, блин. Так, что тут у нас? Поехали на гриле. Вот это, кстати, видеоролик. Это не 3D заставка. То, что сейчас показывают. Слава богу, некроморфы нам хотя бы в лицо не летят. Прилетели. Как же у персонажа сердце стучит, охренеть. Is this it? Hey, you wanted an engine? Here you go. It'll do. It's shit. Just like our plan. You always this helpful. Hey, some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Так. Я услышал Pirate Bay. Так, ну ладно. Блять, ёбаный ты пёсик, сука. Нахер с ним. Не буду на него внимание обращать. You think you can handle it from here? Yeah, Clark. I'm not an idiot. And be sure to lock the injectors down tight. I don't want them popping off in mid-flight. Asshole. Блять. Okay, guys, I got the engine. Is everything Прилетело. Ready? Well, not quite. We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders from these derelict ships? Yeah, right. We could reconstruct one of the routes they used. I'll search outside the Roanoke. Look for small satellites with four solar panels sticking out. Satellites with solar panels. Got it. Так. Да-да-да-да-да, сейчас еще эти... Полетные доставать. Летные карты. Да-да-да, я понял. В принципе, как долетим до планеты, можно будет закончить, потому что, в принципе, все, космос кончился. Или можем еще по Земле побегать, в принципе. Как думаете, ребята, я что-то вижу, вы притихли. Не понял твой вопрос, в смысле, три ок металла, что ты имеешь в виду? 3К металла ты имеешь в виду?
30к. Ну, не знаю, блять. Патроны все наделаем на 1000 этих. Как их? Нехороших ребят. Кстати, чё по этому? Чё по боту? 5 минут, ясно. Даже не буду пытаться. Буду с собой этот баллон таскать. Куда? Buckle, I think I found one of those flight recorders. Great. There should be more floating around the Roanoke. Okay, I'll see what I can turn up. Блять. Ебать меня зацепило. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Блять, лети. Постараюсь шарахнуть их обо что-нибудь. Ну да, но уже как бы поздно. Время уже позднее. Вот сейчас ночь. Так. Так, с добрым утром, чат. Вот мне интересно, а что будет, если она... А, он умеет плыть. Ребят, первое в мире живое существо, которое умеет плыть в вакууме. Ничто во вселенной не способно плыть в вакууме, а это существо может. Так. Так. А кислород будет? А, вон банки. Пусть они с друг с другом. С друг с другом. Давай, давай. Сталкивайся, сталкивайся. Опа. Хорош. Раз. I think I have enough flight recorders to reconstruct a safe route to the planet. Great. What's next? I put it all together into a navigation module and then plug it into the shuttle. I just need to find a bench. Should be easy enough. Спокойной ночи. А тут сегодня какой-то агрессивный. Я же вижу сообщение. Это я уж просто подрасслабился. Mm-hmm.
Так, а сколько вообще стоит создать аптечку? Соломон гель. У меня его почти две штуки. Получает достижение санитар. Хорошо. Мне, правда, не нужны эти большие аптеки пока что. А мелких просто жопой жуй. We should have all the parts we need. Thank God. Now let's plot a course for the nearest shipping lane and get the hell no, out of here. No, Robert. We're going to the planet. Ellie, I know that's how this all started, but we are way over our heads. We can't take on a whole planet full of those goddamn things. If not us, then who? EarthGov is gone. Robert, we're the only ones left who can do this, and you know it. Ellie, you have to admit it sounds crazy. I mean, how do we know there's really a solution down there? Because you told me. In the Admiral's quarters, you said, turn it off. And that's exactly what we're going to do. Damn straight. Captain, we can't pass this up. Carter, I don't need your mutiny on top of all this. If I say we're not going, we're not going! No, Ellie's right. There's a shot here and we're gonna take it. Now, you can come with us or you can try to stop us, but remember, around here, we're worse dead than alive. Ellie, get the shuttle prepped. I'm on my way. Блять, в каждой игре есть вот какой-нибудь ебучий мудозвон, вот типа вот этого, как его, блять, хера, который, блять, и вот эту, и психов вызовет на планету эту, и все остальное. И вот, не понимаешь, а как этот персонаж вообще взялся на том месте, где он был? В некоторых случаях их появление как бы оправдано, типа вот в фильме «Мгла». Помните эту суку ебаную? Думаю, помните. А вот тут вот этот черт, я не понимаю, как он вообще капитаном стал? Как в него, блядь, эта Элли влюбилась? Я не понимаю, блядь. Какой-то бред. Navigation module installed for what it's worth. Wait, I'm not getting any. Ah, there it goes. And just in time. Looks like our flight window's approaching. Good. I'm coming aboard. Тофти! Я все вижу. Тофти! Я все вижу. Блять, что-то игра пройдена на треть, мы, судя по лицу, уже заебались. Мне кажется, или к третьей части это Элли как-то по-другому стала выглядеть. Она стала похожа на Лару Крофт. Да хватит, блять. Do me a favor. Find the pressure reading on the main console and let me know when I have a solid seal. Так. Ють! Сквозь ржавую резьбу. А чё, здесь нет ВДшки нигде? Чё, реально? Слушай, чувак. Черножопый, блядь, твою дочку ебут где-нибудь нахуй, а дети гибнут на Украине нахуй, понял? Черножопый, блядь, ты ребер где-то на где-нибудь нахуй, а дети гибнут на Украине нахуй, понял? Как-то так. Блять, ну вот эти перекаты на Ctrl, это что-то, блять, с чем-то нахуй. Так. Че, ни у кого нет ВДшки? А там нет ВДшки? Так, кто здесь вообще есть? Ешь! Ешь! Ладно, 99% из них умрут, не долетив до планеты. Ready when you are.
Ой, блядь, сейчас весело будет. Самый веселый момент в игре, это реально 80% фана именно здесь будет. Вообще во всей этой игре. Не считая DLC. Потому что все DLC одно, которое будет, там оно лучше все игры. Targeting computers spinning up. Okay, Isaac, you have the controls. Projecting optimal route now. Try to keep it on course and shoot anything that gets in the way. Thrusters, one quarter forward. The mines have a lock on our heat signature. Here they come. А здесь не слишком ли много говна летает? Ёб твою мать! Ten seconds to entry. Eight. Just hold it on course. If we hit it at the wrong end, I got it. Here's where the fun begins. Тихо молчать. Понял, мы уже без вектора летим. Ебать, мы уже на планете. Нам просто сесть надо, просто сесть. Просто сесть. Просто сесть. Просто сесть. Кажется, мы отвалились. Помните третий эпизод Звездных войн? Кажется, что-то отвалилось. Ничего, половина корабля еще у нас. Так. Как бы сейчас сказал 3X, мягкая посадочка.
А, или как там была фраза из фильма? Дождались снегопада. И шлем по пизде пошел. Ну что, пацаны, отпускать вас? Ладно, ребят, давайте. Я вас отпущу. Так, дальше. А, глава 8. Это получается все-таки. Так. Ладно, давайте. Не буду вас держать. Мне кажется, как раз-таки идеальное место для того, чтобы закончить. На сегодня все-таки приземлились. Треть игры пройдена плюс-минус. Так. Ты опять выходишь на связь, мудила? Сколько раз тебе, блядь, ну сколько раз тебе говорить, долбоёбина-то великая возрастная, блядь. Ну что тебе снять, кидай по ебальнику дать? Да не, не надо. В общем, ребят, всем огромное спасибо, что смотрели. Сегодня стрима не будет, сегодня я снова выхожу на работу. Стрим будет ориентировочно в воскресенье, в понедельник не знаю, во вторник, а дальше пока не скажу. В общем, всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи и увидимся в воскресенье, я надеюсь. Пока.